Внучок, ты мне купил коллекционную фигурку Дарта Вейдера со сменяющимися конечностями, снимающимся шлемом и светящимся световым мечом? А? Нет, бабуль, я занят своими делами. А в глаз? Какие дела у тебя могут быть? Отстань, я готовлюсь к 8-му сезону «Игры престолов». А то, что бабушки не вышли играть уже который день, тебя не волнует? Нет. Иди и пересмотри свои «Звездные войны» в сотый раз. А я чем, по-твоему, эти дни занимаюсь? Поэтому я попросила сходить и купить, пока я занята. Ха-ха-ха!